бородатые рокеры, феминизм и спорт. Вот далеко не полная тематическая повестка кинокартин, о которых расскажу прямо сейчас в программе «Культурный слой» на РБК Пермь. Меня зовут Алина Стабровская. Доброе утро! Бородатые рокеры с ностальгическим репертуаром, убыточный финский ресторанчик и новоиспеченный беженец из Алеппо. В России стартовал прокат нового фильма «Аки Каурисмяки». Картина «По ту сторону надежды» – ироничное высказывание известного финского режиссера на тему мигрантского кризиса в Европе. Снятая в серо-синих тонах, драма о сирийце Каледе стремительно превращается в комедию. Стоит ему только окунуться в жизнь финского городка. Картина получила награды на фестивалях в Берлине и Сан-Себастьяне и хвалебные отзывы от критиков. В Перми фильм можно увидеть 7 декабря. Любопытная картина, отметившаяся на киносмотре в Торонто, работа Марка Форстера «Вижу лишь тебя». Главная героиня Джина ослепла в детстве в результате несчастного случая. Слепота не помешала ей выйти замуж и быть счастливой в браке. Со временем врачи предложили новые методы лечения. Муж с надеждой на будущее оплачивает операцию, и перед девушкой распахивается мир со всеми красками бытия. Однако, увы, новая жизнь Джины не так радует мужа. Биографическая драма о феминизме и спорте с Эммой Стоун в главной роли. 7 декабря на экраны вышла «Битва полов». Это основанная на реальных событиях история противостояния двух теннисистов. Первая ракетка мира, Билли Джин Кинг, приняла вызов стареющего чемпиона Бобби Рикса в начале 70-х, чтобы доказать, что место женщине есть и на корте, а не только на кухне. В Перми фильм показывает «Синема Парк» и «Киномакс». Приятного просмотра и хорошего дня!